Понятно, что если ты, если цель тебе не опасна, то что, в чем здесь смысл? Просто левша снайпер. То, что он вот вам сейчас говорит, это абсолютно правильно для там, снайпера. Он нас выстрелил и отконтролировал цель. То есть он видит, после выстрела восстановил оптику и смотрит, что произошло с целью. В нашем случае мы стреляем, бам, выстрел, и мы должны, по идее, уйти. Но если вы видите, что цель для вас не опасна, а для вас опасна, это когда вы видите срез ствола, то вы ее, конечно, дорабатываете. Потому что цель может... То есть вы высунулись, бам, выстрел. А цель начала смещаться, вы ее можете добивать дальше. Бам, 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 добиваете ее. Понимаете? Поэтому вот в этом смысле абсолютно верно. То есть ее нужно дорабатывать. Но если вы высунулись и увидели срез ствола, высунули, бам, выстрел, тогда, конечно, надо уходить. Потому что иначе вы на удачу начнете долбить друг в друга. Следующий. Можно? Эх ты, ё-моё! Тебя уже убили. Ты же видишь, она тебя видит. Правая. Причем вот так. Значит, и левая тоже. Я? Ну, пизду, я лучше очки одену. Я встаю вот здесь. Ваша задача поразить цель не сверху. Сейчас отрабатываем поражение цели из-за укрытия. Право-лево. Качайте майки. Умейте это делать. Если не умеете, старайтесь. Учитесь. Цель сверху поразить. Удобно. Нога. Мимо. Работай, работай! Куда? Куда? Смотри, ствол отдал тому, кто здесь сидит. Ага. Ну, тебе его... Понял. То есть ты его прямо отдаешь, на, забирай. Все, попробую? Давай еще. И смотри, еще момент. Руки вот так далеко вытягивать смысла никакого нет, у тебя смотри, что происходит. Ага. То есть чем ближе они у тебя, тем ты лучше контролируешь. Ближе можно к укрытию подойти. А, к укрытию близко подходить вообще не надо. Ну, именно, чтобы можно было сразу. К укрытию ты подходишь не ближе, чем на вытянутую руку. Никак не ближе. Ага. Теперь ты абсолютно правильно делаешь то, что подходишь, выбираешь правильную стойку, зависаешь над ногой. Но ты это делаешь как? Ты сначала подошел, потом стал отходить. Правильно, правильно, да, надо это тренироваться. То есть ты сразу должен подходить по прямой. Согласен. Кратчайший путь используешь для этого, для выхода на цель. Теперь еще один момент. Вот выводишь, уводишь, 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 бам, выстрел. То есть ты бам, выстрел, отработал цель, ушел. Ага. Сразу начал двигаться дальше. А у тебя так, ты выстрелил, потом подумал, а, не попал, еще раз вниз. Опять, бам, опять не попал. Теперь смотри, пошел, я тебе говорю, мимо. Ты как тот хирург, знаешь, который, а, не получилось. И развернулся и пошел. А типа хрен с ним, теперь можно и умирать. Понятно, вернулись в строй, послушай, посмотри. Поэтому выживай, выживай дальше. Давай, еще раз. Нога, опять. Ногу вытащил, ему отдал, угу. А потом стал сам качаться на один. Ты работай, слушай, давай, давай. Работай дальше. Блядь, насколько хуёво они летят, да. На, Диман, Диман, работай, на, 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 пистолет, на, работай, на, на. Пофигу. Какая тебе разница, стреляй. Пусть не стреляет. Смотри. Я понял. Смотри, что ты делаешь? Ногу выкинул, отдал ее, а потом начинаешь над ней качаться. Теперь еще один момент. Смотри, предположим, что ты правильно встал, в правильная позиция. Ты вместо того, чтобы вперед двигаться, двигаешься в сторону. И занимаешь нестабильное положение. Ты двигайся вперед, будь все время стабилен. У тебя не будет что-то хватать, ты вон что сделаешь. Ну, подтянешь. Понял? Ага. А когда ты будешь сюда двигаться, ты, скорее всего, упадешь. Ну, такой же. Ногу отдал опять.
ногу вытащил, смотри, отдал ее, а потом пошел ее защищать. Ну, погоди, а с какого тогда? С такого вот ракурса надо? Смотри, начинать? Вот смотри, вот. Или вот еще дальше? Меня. Посмотри, вот мы двигаемся. Вот смотри, раз, у меня нога под оружием. Вот раз, сел, бам. Понял? А ты что делаешь? Смотри, что ты делаешь. Ты берешь раз, отдал ногу, по ней работаешь сейчас, а потом качаешься туда. Давай еще. То есть ствол у тебя над ногой, над стопой. Стопа показывает, где оружие. Вот. Оружие у тебя над стопой. Не в сторону, а вперед качайся. Это опять то же самое. Ну давай, двигайся работа, дальше. Работа. Тебе с мячами делать, продолжай работать. Локоть прижми. Локоть к бедру прижимай. Работай дальше. Тебе говорят, последнее, работай, слушай, работай. Я просто говорю, что три, ну ладно, давай. Перехват. Локоть отдал, наверное, ну смотри. Значит, одна и та же самая главная ошибка. Это вместо того, чтобы двигаться вперед, ты двигаешься в сторону. То есть вот позицию занял, вот нормальная стабильная позиция. Для того, чтобы мне качнуться и увидеть цель, мне надо вот что делать, смотри. Вот я и увидел. А ты делаешь вот так. А для того, чтобы не упасть, ты бросаешь сюда ногу. И она у тебя появляется перед тобой. То есть ты сначала раз вот вытащил ногу, а потом начинаешь на ней качаться. Понимаешь? Ну, в общем, понятно. И локоть, смотри, вот ты взял оружие, да, ну, локоть постоянно торчит. Максимально его корпусу прижми. Вот ты встал, вот с оружием ты идешь, да, вот. Вот, просто взял, поднял. У тебя получается канал ствола по срезу твоего корпуса тела. Кто не ходил сюда, встали все? Я не мешаю никому, ребят. Ты не ходил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Работаем в паре. Для того, чтобы просто ускорить процесс. У нас получается индивидуальный подход к каждому. Ошибки практически у всех одинаковые. Сейчас мы с Сапритом показываем, как работают в паре. Все то же самое, только в паре. Смысл происходит каким? Пара, то же самое, встает на былую позицию. Дается команда, пошли. Я иду первый, Прит идет вторым. Сейчас, Валер, просто проходим, пешком проходим, просто показываю. Мы проходим с ним. Мы с ним прошли, понятно, что все это ниже. Я пошел слева, бам. Поразил цель, бам. И Прит поразил справа. Потом делаем шаг, я перехожу на правую мишень, он переходит на левую. С одной позиции мишень поражается два раза. Сначала одним человеком, потом вторым. Бам, бам, чисто. Пошли. Бам. Бам, чисто. Пошли. Все то же самое. Бам. Бам, чисто. Бам, бам, чисто. Понятно? Просто это ускорит наш процесс. Валер, можешь? Тот, кто идет второй, вот в таком положении. Для чего это делается? Вы его контролируете. Если вдруг он пойдет не в ту сторону, вы можете его отредактировать. Подтолкнуть в нужную вам сторону. Так если с автоматом. Понятно? А? Если с автоматом. Все то же самое. Все то же самое. Кстати. Вот у нас автомат. Вот движение с автоматом. Пошли. Бам! Бам! Понятно? Второй кладет руку. Это для того, то, чтобы вы сориентировались, кто в какую сторону пойдет. Чтобы тебе не сзади не приспели. Если задний, он видит. Второй человек, он видит первого человека и уровень его приземления. Понятно? Он может его рукой посадить, либо может его поднять, либо вправо, либо влево направить. Живой щит. Вдруг он обмяк. На самом деле сделать трудно. Смотри. Мы когда двигаемся, мы можем двигаться вот таким вот макаром. Понимаешь? Команда, Валер. Вот попробуй уйти мне сюда в укрытие. Для меня вот сюда уйди. Понимаешь, что я понял? Смотри, давай, двигайся.
Понял? Да. Готовы? Да. Стоп. Ты слышал, что он отстрелялся? Нет. То есть он свою задачу... ты впереди отработал? Можешь ответить там, чистое сказать. Он понимает, что ты отстрелялся, а ты его не слышал. Ляв, убери где оттуда. Еще я раз. Я буду отстреливать. Кто будет вылазить, я буду отстреливать. Еще раз, значит, смотрите, еще раз говорю. Значит, все, я не... Что такое? Отстрелялись? Чистое? Напарник понял, что вот отстрелялись. Вот мы когда с Савчой ходили, мы говорили бам-бам-бам-бам. Я еще не поразил, что приехал чисто. Ну, правильно, а он уже пошел. Идет команда. Маска, Маска, чистое, это говорит о том, что цель поражена. Понятно? Готовы? Готовы. Локоть. Стоп. Локоть. Команда, не слышал. Чисто. Крайне нестабильное положение из-за того, что носок развернут, и ты уже далеко вывалился, а нога еще не пошла. Вниз, 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 я по левой стороне стреляю. Чисто. Ребят. Ждите, кого, когда... Для кого мы с этим все говорим, непонятно, блядь. Из кого у меня команды никакой нету. Первое, цель увидел, ты выдвинулся. Цель увидел. Бах, чисто. Это команда второму. Он знает то, что с этой стороны, с левой стороны цель поражена. Второй, с правой стороны. Чисто. Чисто, чисто. Поменялись местами, пошли дальше. Готовы? Движение. Левая сторона чисто. Локоть торчит. Вываливаешься в сторону, а вперед. Где команда? Отсюда мы зеленую обстреливаем. С левой стороны мы зеленую обстреливаем. Нога. Видел? Что ты сделал? Смотри, ты отдал ему ногу, а потом пошел ее защищать. Эту ногу. Я тебя постучал командой. Твой напарник не слышит, что ты поразил, не поразил. Все, закончили, выходим.